Всем привет, друзья! Это вторая часть озвучки оригинальной веб-манги One Punch Man, в которой герой S-класса Тацумаки идет против Сайтамы. Интересно? Тогда прошу спуститься под видео и поставить лайк этому видео. И подпишись на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Буду стараться выкладывать видео каждый день. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Никто не пройдет? Какое невежество! Вы, ничтожество, и правда думали, что сможете меня остановить? Госпожа Фубуки, вы нам этого не говорили. Вы не говорили, что придет ваша сестра. Хотя, нет, именно поэтому она и не сказала нам. Кто еще может стоять? Я. Держусь кое-как. У нас есть только один шанс. Нам нужно сделать это. И даже после того, как я была такой доброй, что всего-навсего швырнула вас на стену, похоже, упрямостью вы Фубуки пошли. Я не окажу пощады, если вы продолжите. Госпожа Фубуки учила нас этому лично! Психические оковы! А? Вы что-то сделали? Я ничего даже не почувствовала! Она вас вообще как учила? Серьезно? Она и правда думала, что сможет меня этим остановить? Мне нужно показать ей, как глубоко она ошибается. Я чувствую ее приближение. Нам нужно убираться как можно скорее, Псайкос. Эй, вы чего там делаете? Вы что, хотите освободить этого монстра? Психический удар. Если вы сделаете... Мои извинения, господин тюремщик. Убираемся отсюда, Сайтама. А? Мы что, не будем драться? Нет, мы не можем. Ты поймешь, когда ее увидишь. Я сейчас не могу ее победить. Господи, ну давай уже, скажи, кто идет? Она здесь. А? О, никого нет. О, теперь я понял. Так вот, значит, кто уничтожил мой дом. А ну тащи свою задницу сюда. Почему она еще жива? А, моя сандалька сломалась. А? Сайтама, уведи Псайкос отсюда. Психические оковы. Я могу задержать ее на 10 секунд, пока я... Что ты намереваешься сделать, Фубуки? Ты что, пытаешься защитить этого монстра? Кто-то промыл тебе мозги? Из-за того, что тебя избаловали, ты выросла слабая духом. Группировка Фубуки? Ну и чушь, кучка придурков. Чем они тебе нравятся? Нам никто не нужен. Ведь все-таки мы родились с особыми силами. Ведьма! О, это ведьма! Она проклянет тебя, если приближишься к ней. Хватит! Не говорите так! Круто! Камни зависают в воздухе! Это типа барьер? Попробуем покидать что-нибудь побольше! Ого! Даже собака болит! Эй, Жиртон, прыгни на Фубуки! Давай, дайте только место разбежаться! Опа! О, крутяк! Веселуха-то какая! Пацаны, вы тоже попробуйте! Далеко он полетел. Я уже даже не вижу Жиртона. Неужели? Она здесь! Черт, это сестра Фубуки! Она нас всех раскидает! Бежим! Быстро! В школу! Она нас там не достанет! Спасите! Мамочка! Мне так жаль! Я-то думала, им нравится смотреть, как что-то парит в воздухе. Фубуки, я же говорила тебе докладывать мне, если тебя обижают.
Если тебя обижают, нужно обижать их в ответ. Сестра. Помнишь, мы двое часто играли вместе, когда были маленькими? Ага, мы так хорошо ладили. Дело не в этом. Просто никто не хотел со мной играть. Все из-за тебя. Я решила, что буду поступать так, как мне самой хочется. Я не остановлюсь только потому, что ты, моя сестра, так мне сказала. Ну, поступай так, как тебе самой хочется. Я всегда так и делала. Буду. Я соберу больше товарищей и встану на вершине большой организации. И однажды я одержу над тобой верх. Вот как. А сейчас что? Я вот хочу прикончить этого монстра. Кстати говоря, эти твои товарищи... жалкое зрелище. Они так слабы. Надо бы все-таки разогнать твоих шестерок, чтобы эти слабые насекомые больше не приближались к тебе. Из-за них ты стала такой слабой. Сайкас больше не может бежать. И если я остановлюсь здесь, она атакует и остальных ребят тоже. Я хочу покончить со своей жизнью слабачки. Я хочу избавиться от своей привычки дрожать от страха при виде кого-нибудь сильного. Я хочу излечиться от своей травмы, своей сестры. Все из-за моего страха к тебе. Из-за этого мой мир такой маленький. Сражаться. Я должна сражаться. О, хочешь драки? Какой, однако, поздний у тебя подростковый возраст. А неловко-то как? Не могу даже слово вставить. Продолжение следует. Огромная благодарность самой лучшей актрисе озвучивания с самым красивым голосом Диане. Диана, спасибо за озвучку. Она, как всегда, великолепна. Что ж, поставьте лайк, если вам понравилась озвучка и вы хотите поскорее продолжение. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока!